Тепловой удар – это нарушение теплообмена организма. Его основными симптомами являются головная боль, сонливость и тошнота, а также повышенная температура тела. Не менее опасный вид перегрева – солнечный удар. Он может спровоцировать нарушение зрения и дать толчок другим серьезным заболеваниям. При солнечном ударе малыш становится вялым или, наоборот, чрезмерно активным. У него повышается температура, краснеет лицо, а в наиболее тяжелых случаях ребенок может потерять сознание. В первую очередь необходимо устранить по возможности воздействие тепла, то есть пострадавшего перенести в тень, либо в холодное помещение. Также нужно по возможности освободить человека от одежды, расстегнуть как минимум стесняющую теплую одежду, как максимум раздеть, если это ребенок, раздеть полностью, чтобы процессы терморегуляции были восстановлены. Также нужно на области локализации крупных сосудов, это шея, это подмышечные впадины, приложить смоченную холодную пеленку. Если состояние ребенка не улучшается, необходимо обратиться в больницу или вызвать скорую помощь. А чтобы избежать неприятностей на отдыхе, необходимо следовать несложным правилам. Дети до 3-5 лет обязательно должны находиться на пляже с головными уборами. Особенно дети до года, у которых открытый родничок и воздействие тепла более остро. В принципе, должна быть у детей и взрослых накрыта голова, накрыты плечи. Воздействие тепла особо остро – это в промежутке между с 12 до 2 часов, до 4 даже часов. Вообще рекомендуется детям с 12 до 6 на солнце не находиться. Также в жару важно соблюдать питьевой режим, но при этом вода не должна быть слишком холодной. Если все же прямых солнечных лучей не избежать, то наносите на кожу солнцезащитные кремы и спреи.